точно, но очень уж опасно эффектиком побочным. Зачем поверил в вере? Ведь точно знал, что, сука, лечусь я в диспансере. Не жизнь, а просто мука. Зачем поверил Свете? Лечиться надоело. Опять я в кабинете и врач в халате белом. Зачем поверил Оле? Обидно и досадно. Опять я на уколе. Будь Ольга-то неладна. Излетел серьезно, в больнице на кровати, лечиться, видно, поздно.